На. Мы охраняем ужин молодых львов. Они достаточно дружно кушают, а вот рядом львицы, львы гуляют. Пришли отнять. Один кусок у нас уже отняли, но больше мы не можем позволить. Мне очень нравится, как султан да. с Русланом едят. Как всегда, красивый закат. Правда, уже чуть-чуть поздновато. Но зато мы увидим, как львы впиваются когтями с этой стороны султан в мясо. Но вообще, очень редко можно вот так, да, увидеть, чтобы ели с одного куска? Ну, только львы, которые связаны какими-то очень дружественными или родственными отношениями. Хотя обычно даже друзья дерутся за один кусок. Вот, но... Вон как хрустит Руслан. Молодцы, молодцы. И главное, вы сидите в 10 сантиметрах рядом с ними. И они абсолютно вот не реагируют. Доверяют? Самое дорогое, что есть мясо. Они понимают, что рядом с вами они вообще могут спокойно есть. Хороший. Султан хороший. Ой, над вами, смотрите, что делает. Как надо мной что? Добрый вечер. Очень приятно. Очень вот так вот сверху приятно тебя увидеть. А тут тоже. Я ее прогнал. Наглые львицы, как шакалы, обступили вокруг молодых львов. Если бы не я, они бы уже бы отняли эти куски мяса. Легла, ждет. Вечер перестает быть томным. Вечерело. Смеркалось. Львы намечали себе добычу. Они уже почти доедают. Ну, успешно едят, хорошо. Вы можете ближе подойти и показать их эмоции. Ну да, как-то к ним мне менее страшно, чем то, что сверху сидят наглые жимуры. А что это такое в камере? Это мельтешат мошки такие. Камера показывает куча-куча мошек перед экраном. Настоящая саванна. Здесь и мошки, и все, что нужно. В настоящей саванне такого не увидишь никогда в жизни. Это да. 10 сантиметров сидит человек. Большим движением. Вот, смотрите, я их как будто брейк-данс, понимаете? Смотрите, я их растягиваю. Там, где папа, там середина. Да, как-то так. Скажи, султан, ты уверен, что середина была именно здесь? Но меня радует, что Руслан не боится. Кушай, малыш. Султану. Ой, там кто-то бежит, кто-то там. В камышах что-то происходит. А там же Витя с большим куском ушел. И, наверное, на него тоже есть конкуренты. Угу. В виде Олежки. Молодцы. Хороший. Кушаем хорошо. На самом деле это просто уникальные кадры. Мы тогда показывали, Олег Алексеевич, ночное кормление львов. И люди да, были... мы можем этих видео ночных показывать очень часто, тем более сейчас лето, август. Но мне понравились глаза львов в ночи, как будто гиены какие-то. А сейчас вот тоже, когда султан поворачивает, тоже глаза уже блестят. Горят, как у собаки Баскервилей, люди написали. Я рад, друзья, что вам нравятся наши видео. Разные совершенно, и ночные, и дневные. Днем не так много времени, но
обещаю вам в ближайшее время, не знаю, покупаю среди львов или просто покажу вам, как львы днем валяются и спят. А там шумы, камышовые коты. Львица посидела сверху, поняла, что рядом с вами ей ничего не светит. И пошла в камыши. А, Вите приходится не сладко отбивать кусок мяса. Молодцы, молодцы. Кушайте, кушайте. Я охраняю, пока вы не покушаете. Я несколько лет с вами езжу в саванну, но и на меня эти сцены, понимаете, отнимаются до речи. Что же говорить о людях, которые... Ну, практически мы вот с одного куска едим, со львами. Посмотрите, вот я и два льва, третий рядышком, и еще куча львов вокруг. Вы ни один дрессировщик в мире не позволит себе такого, и в саванне никто не позволит себе такого рядом с хищником, высшим хищником. Это его добыча, это его мясо, это его ужин сейчас. И находиться рядом... Ой, 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 все хорошо. Это невероятно. Вы не за решеткой, нигде. Вы сидите. Смотрите, абсолютно спокойно. Смотрите, как они с двух сторон держат кусок. Вот покажите. Султан держит кусок вот так, двумя лапами. И Руслан держит его так же, с двух сторон, двумя лапами. И едят посередине. Просто очень красиво. Смотрите, как они врезаются в плоть. Клыками отрывают куски. Жуют их. Вот можно наглядно видеть, как они любят мясо именно 6-7 сантиметров. Чтобы это было именно мякоть. Тогда они себя чувствуют хорошо. Хороший. Сверху везде ходят львы. Олежка сидит, стережет. Да, вон он. Внизу камышовые коты. Шуршат камыша. Смотрите, как успешно Руслан орудует. А свет маленький, маленький. Маленький да удаленький. Скажи, не все могут быть по 2 метра и люди. А Ирей, не бойся, я охраняю, ты кушай, а я охраняю. О, там пришел Витя. Банда целая тут пришла, вон сзади. У Вити, видно, отобрали все-таки то мясо, и он пришел заново.